Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Наконец-то я добрался до инструкции, как запустить SberPay, да, или оплачивать с часов через SberPay. Получилось это у меня запустить только на Galaxy Watch 4 Classic 45 мм. На Galaxy Watch 5 Pro 45 мм я этого сделать не смог. Именно когда я входил в это приложение уже, которое устанавливал, да, Сбер Онлайн, или вернее Сбер Мобайл, да, он называется, входить начинал уже, вошел уже в приложение, но при открытии карточки приложение вылетает. Либо в том, либо в другом случае постоянно вылетало, и у меня так и не получилось. Если получится у вас, пожалуйста, напишите это об этом в комментарии. Но на Galaxy Watch 4 45 мм Classic я завел это легко. Именно об этом будет инструкция. Через МИР, карту МИР мне войти не удалось. Причем как на Galaxy Watch 4 Classic, так и на Galaxy Watch 5 не смог. Смог войти только через логин, который можно... Ну, я получил его давно, еще через банкоматы эти делал сберовские, да, когда ты логин и пароль берешь, да, регистрируясь в Сбер Онлайн, чтобы входить через компьютер в Сбербанк. Сейчас это делается немножко другим способом. Можно просто со смартфона или с компьютера войти на их сайт Сберонлайн, там выбрать зарегистрироваться, ввести туда свою карту, ну и дальше по пунктам я показать не могу, потому что у меня уже карта зарегистрирована, логин у меня есть. Ну а дальше, когда вы получите этот логин, возможно, у вас получится войти через карту МИР, там этот есть способ, как войти, вбивайте туда номер свой, нажимаете далее, вам приходит смс-очка и вписываете туда код смс и входите. Ну, как я уже сказал, у меня не получилось. Я это сделал через логин. Поэтому погнали уже к самой инструкции. Дай бог, чтобы у вас тоже все получилось. Теперь о важном. У вас уже должна быть карта МИР, которая подсоединена в Сбермобайл к Сберпэю. Именно. Если у вас этого нет, то это сделать, в принципе, легко, без проблем, даже с помощью этого же приложения. Сейчас все сделали, только лишь бы вы делали себе карточки МИР, короче, клепали. Вот, смотрите, вот у меня она уже есть подсоединена, как SberPay. Если этого у вас нет, тогда ничего не получится, в принципе, поэтому обязательно сделайте. Далее, я не буду показывать здесь установку приложения SberMobile на часы. Все это уже есть, у меня несколько видосов, как это сделать. В описании видео будет ссылочка, как это сделать с помощью смартфона или с помощью App Control, с Windows, короче, без проблем. Я все операции буду делать с помощью программки на винде ADB App Control. Крутая программка, как она работает, что с ней делать вообще можно, тоже в описании видео все будет. Также в описании видео будет и ссылка на видос, как изменить DPI экрана часов с помощью именно смартфона. Все в описании, вы это поймете по ходу. Поехали, короче. Все, приложение у нас уже стоит, теперь мы его запускаем. Все, пока мы просто его запускаем, даем здесь разрешение на чтение контактов, это он в принципе всегда запрашивает. Дальше опускаемся вниз. Как я уже сказал, там есть вход по карте МИР, я же не смог войти, поэтому выбираю по логину и паролю. Ну, пароль здесь не нужен, здесь нужно только ввести логин. Вводите логин, с помощью которого вы входите в свой Сбер Онлайн. Все, нажимаете вот эту вот клавишу, и у вас высвечивается, что должно прийти смс. Смс пришло, и вот теперь нам нужно менять DPI экрана. Значит, в ADB App Control это делается очень просто. Вот, пожалуйста, здесь вводим значение, это для 45 мм у меня. Galaxy Watch 4 Classic 45 мм, вводим 160 и нажимаем вот эту вот кнопочку. Если у вас экранчик меньше, то возможно вам нужно по-своему там скорректировать, ну пробуйте другими словами. Все, нам приходит смс, и когда мы изменили DPI, у нас появляется шкала ввода, циферного ввода. Все, вводим эту смс-очку. СМС-очку ввели, и у нас все, вход. Я, естественно, сократил, это время займет какое-то, входить будет, ну, не совсем быстро, так как у меня на видосе, я просто обрезал.
Ждем, когда прогрузится наше полностью приложение. Лучше не торопитесь, иначе оно может вылететь, когда вы нажмете на карту, ту, которую хотите сделать как Сбер-Пэй. Все, прогрузилось. Теперь нажимаем мы на карту Сбер-Пэй. Смотрите. Нажали. Карта сейчас появится, но не появятся настройки, где можно ввести, короче, или подключить ее как Сбер-Пэй. Для того, чтобы это появилось, нужно просто перезагрузить часы. Две кнопки сразу нажали и держите до того, пока не появится Samsung Reboot, вибрации отпускаете. Все. Теперь ждем, когда она прогрузится в систему и опять по новой подключаем наш ADB App Control, либо то приложение на смартфоне, если вы будете это делать со смартфона, и продолжаем дальше. Если у вас не будет подсоединяться к ADB App Control, а не по новой, да, или к приложению, если вы будете работать со смарт-часов, со смартфона, тогда проверьте айпишник, возможно, он поменялся. Все, когда все у нас подключилось, мы с вами опять берем, запускаем наш Сбер Мобайл и входим так же, как обычно. Вернее, как это делали до этого. Так, все загрузилось. Нажимаем на карту Мир нашу. Ждем, когда она прогрузится. И сейчас увидим, о чудо. Видите, здесь значочек появился, что Сбер-Пэй подключен. Можно нажать на него подключить, но мы этого делать не будем. Идем в настройки. И вот первая строка у нас появилась, да, подключить Сбер-Пэй. Все, нажали. Далее. Продолжаем. Он нам дальше говорит о том, чтобы мы с вами настроили блокировку экрана. Вот здесь. Нажимаем. Настройка. Смотрите. Все. И он нас переводит именно к настройке блокировки экрана. Здесь вы уже делаете либо пин-код, либо рисунок. Тут уже, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Блокировочку сделали. И нажимаем опять кнопочку. Все. Готово. Наша с вами приложение подключено. Теперь мы можем с вами зайти в NFC. Сначала лучше обратно DPI вернуть в нормальное состояние, чтобы у нас настройки хорошо просматривались. На всякий случай зайдите опять в NFC. Посмотрите приложение оплаты, чтобы Сбер-Пэй стоял не в открытом приложении, иначе будет ошибка, а именно Сбер-Пэй. Все, без проблем. Теперь идите, если у вас денежки на карте есть, и рассчитывайтесь спокойненько. Вот такая не совсем простая, но инструкция, дорогие друзья. Вы на канале SmartWatch были. Кстати, если хотите поддержать каналчик, можете приобрести вот этот вот циферблатик. Ссылочки на него в описании видео. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши комментарии, вопросы все в чате. Телеграм в описании.